Сегодня кроваво-красная луна, так что самое время записать какой-нибудь хоррор на улице. Не красная? Ну, значит, я забыл в редакторе ее обработать. Так или иначе, сейчас почти час ночи. И как бы мне теперь встать, чтобы мне хоть немного было видно? Да, примерно так. Во всяком случае, камера что-то умудряется вроде увидеть. В общем, наконец-таки я нашел время, последний день конца отпуска, и самое время снять Outlast 2. Может быть, в третий раз нам попадется нормальный ужастик, хотя у нас вторые части проклятые, да, например, Амнезия. Ну, посмотрим. Как я сказал, сейчас где-то, ну, где-то без 10 час. Я минут 40 только пытался настроить долбанный Outlast, он то не запускается нормально, то полгода думает. Альтап ему вообще не нравится. Скидываешь, потом возвращаешь, и он начинает скидывать туда-сюда. Так что, так или иначе, ну, мы начинаем. Итак, вот он, запущенный Outlast'ик. Меня очень позабавило, я зашел в настройки. Блин, а тут немного разлил чай. И смотрите, какой тут есть выбор графена. Просто вот отлично, можно на старых ламповых телевизорах просто играть. Хотя, знаете, может быть, это прям круто будет, прям атмосферненько. Так. Мы запускаем. Выйдет у нас серий 5, может быть, потому что потом ближе к 5 уже рассвет. И ну, уже не так будет страшно. Хотя и так я не знаю. Хотя, знаете, тут ветер сейчас очень сильный и начинает скрипеть забор. Тут всякие висящие типа тряпок шуршат. И музыка тут тоже как-то, какие-то звуки там внутри есть, которые создают атмосферу. Короче, не будем тянуть кота за хвост. Опаньки. Подожди, я пошутил я. Лин Лагерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться. Чтобы справиться с ужасом, ожидающих вас в пустыне, единственным вариантом – бежать, прятаться или умереть. Я думаю, в настройках же, наверное, можно будет потом сменить, если что. Хотя, по сути, что, тут главное не попадаться, по идее. Хотя, может быть, они более внимательны будут. Черт его знает, ладно. Может, я не зря выбрал. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. А ты шепчи, мне тоже будет страшно. Он идет. Пожалуйста, Блейк, он здесь. Пожалуйста, Блейк, оставьте бы. Остановить. Господи, Блейк, ты сильно спишь? Я не сплю. Тебе стоило поспать прошлой ночью. Мне нужно было организовать съемку в той больнице. Ты произносил имя какой-то другой женщины, что? Когда ты спал? Кажется, Джессика. Ты знаешь какую-то Джессику? О, нет, то есть... Мне снилась Джессика Грей из моего детства. Ах да, я не вспоминал о ней уже очень давно. Мы пересекаем границу резервации. Ты сказал, нужно искать что-то вроде завода? Да. Можем попробовать, но тут ничего нет. Сейчас из РПГ как собьют. Меркурий в крови той женщины. Она должна была провести не меньше 10 лет рядом с каким-то большим заводом. Меркурий? Наверное, ртуть? Как скажешь. Ты мне за это платишь. Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Конечно. А моя камера вон. Не могу регулировать диафрагму. А, звук будет ужасный. Нам придется... Черт. Видите, ребята, левая панель плоховато реагирует, но все в порядке.
Это было круто. Сделай максимально обширный пейзаж. Все в порядке. Красная кожа, желтая кожа, красная кожа, желтая кожа. Хавай, сухай, хавай. Ну, короче, это тебе глава. И для речи чего? Я Лин Лунгерман. В новостях для завтрашнего точка чего? Мы пролетаем над резервацией индейцев Хавасупай. Вы слишком быстро. Я не думаю, что стоит говорить жертва убийства. Мы не знаем наверняка. Лучше сказать, что она сама себя задушила. Ну так написано в полицейской... Мы можем поставить это перед интервью с доктором. Думаю, нам нужно стоит упомянуть о плоде, то есть о том, как он... Здесь, дай попробовать версию, которую мы сможем использовать в качестве... вы быстро слишком! 2 недели назад была найдена молодая босая беременная женщина, которая в одиночку брела по пустынному участку шоссе в сотнях... Так и знал, что какая-то там дальняя будет, пока я читаю. Потеряли двигатель? Грёбаные цыгане! Чёрт, Блейк, держу! О боже, о боже! 300 метров, мало, пожалуйста, Блейк, я не хочу, не отпускали. Мне интересно, мы за обоих их будем играть или там типа какой-то DLC будет? Я просто вообще не в курсе. Я берег себя от всех спойлеров, которые только возможно, иначе будет вообще не страшно как-то. Ну, только один геймплейный ролик видел там, небольшой, трейлерный. А, я могу ходить? Где моя камера? Медальки какие-то, книжки. Нет. Прицелиться. Приглядеться. Здравствуй, мужик. Иисус, как дела? Тут во имя тебя, как всегда, какие-то фанатики хрень творят, походу. Ну, кто выскочит из шкафчика? Да ладно, ну уже, из последнего, почему прям вот... А, вот тут еще шкафчики, ну, пожалуйста, тьфу на вас. А, ну, тоже неплохо. Воу. Мы тут не одни. Тут еще есть сохранение. Самое ужасное сейчас, что у меня остыл чай, пока я все настраивал. И мне не совсем удобно, если честно. Коснитесь несколько раз. Коснитесь чего? А, коснитесь. Жамкайте так, чтобы оторвать дверцу вертолета, надо говорить. Нет, камера. Камера, она в порядке. Мы за нее кредит не выплатили. Fuck. Черт. Тут GoPro бы пригодилась на самом деле просто. Таб. Просмотрите запись. Не, мне это не надо. Мы это и так видели. Найти Лин. А, понял. Задача наверху, а при этом мы еще можем посмотреть какую-нибудь гадость. Воу! Стендбай. Фулл HD прям каком-то снимаем, посмотри-ка. И покатились. Чтобы перепрыгнуть провал, нажмите Space. Ох, нихрена себе, оказалось, что не допрыгнет.
Раз она выступ, двигайтесь в его направлении. Я не вижу выступа, если честно, никакого. Это выступ какой-то? Я нихера не вижу выступ там. Стрелка влево и... Просто контрол надо было. Shift бегать, да... Воу! Я бы не смог так камеру резко положить. Будет автоматически записываться, когда камера наведена. Когда мигает символ рек, это значит, что вы правильно навели камеру на ожидаемое событие. Найди камеру на событие, дождитесь, пока красный кружок не заполнится, чтобы успешно снять момент. Понял. Нету тел, да. Лин. Во. Хотя знаете что? Не сказал бы, что это совсем неправильно, но я бы увеличил. Ну вот хренушки, да? Чувствительность, громкость, левша. Хрен там. Сегодня ветер особенно веселый, видимо, будет, да. И был бы еще бы дождь, бы вообще было бы ошибись. Нету почему-то. Так, подожди, у меня и был так фонарик маленький, или это так быстро сражается? Идет сохранение. Тихо. Все, на этом мы заканчиваем игру. Я как-то не привык, что в Outlast нужно смотреть под ноги. Ох, чтоб меня. Вот черт. А что случилось? Это случай при крушении? Черт. Лен. Конечно, при крушении. Он тебя обмотал проволокой при крушении. Поджечь нормально не успел только. Вернуться можно, удерживая Alt. Влево. Какой-то опять перевод. Как с Меркурием, видимо. Потому что Меркурий, насколько я знаю, это, по-моему, ртуть. Знаете, если во время бега придется... Так, как мне камеру там убрать? Ой, ты что это пополз вдруг? Друг, ты что пополз вдруг? Скачи через этот, нажмите Space, да? Хоп. Прыгаешь ты как... Про этот самый, как прошлый персонаж. Сейчас, секунду, где-то тут было... Вот. Да. Хеллоу, я заблудился и ранен. И, конечно же, они тебе помогут. Догонят еще раз помогут. Хеллоу, кто тут за камушком сидит? Ну, сейчас-то ничего, конечно, страшного, наверное, не будет. Атмосфера всякая и прочее. Ой, а я хотел испытать кактуса. Он действительно, прикиньте, бьет.
Друг, я предлагаю тебе... Что это не туалет? Здесь кто-нибудь, пожалуйста. Hey. Hey, man. Oh, вот дерьмо. Блин, да. Да ты же. Все так и вышло. Не так неудобно, не так. Моя дорогая, милая Элли, я не могу вынести того, что мы сделали, и не могу быть вдалеке от наших малышей, поэтому я решил покончить жизнью. И надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставляю тебя одну. И да простит мне Господь этот последний грех. Я знаю, что мы должны... были принести их в жертву, но моя душа разрывается. Я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе, если только Господь не обречет меня гореть вечно в этот грех. Пока же надеюсь, что в руках папы Нота мы нашли утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой кто-то. Фом какой-то. А ты нашла. Короче, какой-то тут не фанатик, который тут все. Баг по себе. Смотрите, у нас еще целые пальцы. Я надеюсь, так и будет дальше. Да что такое? Потому что знаю Outlast и прошлую часть. Лист имеющих батареек, нажмите Tab. Nothing matters but Lynn. Посмотреть, использовать батарейку. А, в смысле, вот так просто две, что ли? Бинт. О, как. Короче, они пошли по стопам этого... Alone in the Dark. Тихо, тихо. Охренеть, ветер. Блокируется. Так, ну-ка. Надо на свет выйти и посмотреть. Хотя я думаю, что сейчас я выйду на свет, и какая-нибудь херня начнется. Кстати, по поводу вот этих вот вещей, мне тут интересную идею подали, но я вам расскажу о ней, когда сделаю. Эту идею. Ну, я вижу только одну. Батарейку. Воу. Дядь. А дядь, ты кто? Можно я возьму лопату? Нет, этот не будешь снимать? Надо было мужика снять получше. Хотя он что-то не снимался. Интересно, тут ачивка какая-то, может быть, снять все, или он автоматически будет доставать камеру и такой говорит, я хочу это снять. Знаете, что самое гадкое в работе оператора? Это потом, особенно если ты оператор и монтажер, это потом монтаж производить. Кого-то комары кусают очень сильно. Такая рука. Нет, я не могу как-нибудь заглянуть, что там происходит.
Нет, вообще как тут без фонаря нормально на самом деле. Тут постоянно темно. Это полная задница. Ну, еще не полная, просто. Нет, ничего не могу воспользоваться ничем. Ёб твою за ногу. Некоторые засовы, которые можно использовать, чтобы чего? Можете спрятаться под кроватью. Но это я понял. Открыть. Еще бы батареек бы, а то что-то как-то совсем темно и страшно. Ну, пока не то чтобы страшно, но пипец темно. Ну давайте для интереса спрячемся, хоть посмотрим. Как мне это сделать? А, просто идти вперед. Напугаем кого-нибудь до полусмерти. Да вставай ты уже. Я заблудился. А вот еще есть дверь. Еще я вижу дырку. Стрелка влево. Опять этот кей-контрол. Это какая-то косяк с переводом, что ли. Опять какой-то машинный перевод использовали. Фаргус переводили, походу. Так, ну вот я обошел, типа, эту шнягу, да? Интересно, автоматически перезарядит? Кстати, даже так она хоть как-то светит. Хотя совсем хреново. Блин, мы только начали. А я уже кучу батареек извел. На что-то там бог? Плоховато у тебя, да, с этим? С латинским. Дитя идет, готовьте нож к созданию ночи. И матерь за грехи свои несет врага внутри. Хором славься, Боже, буришли. Нам не ведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец темных сил. У врат мы молимся и свой готовим наш Иезекииль. Хором. Это, видимо, какой-то этот архангел. Что-то, ребята, у вас как-то... плохо с восприятием детей. God. Ты не хочешь как-то снять это, не знаю.
А, вот. Блин, что-то камера так вертится, что? Покатай меня. Ну, запрыгивай на нее и поскакали отсюда. Ну и в жопу. Жуть. А куда ползти? Куда-то сюда, что ли? Чё-то я пока не вижу. Бляха-муха. Блин, не, ну... Подождите, я уверен, что где-то должно быть. Чувствительность взгляда, может быть, это называется? Хотя нет, мне кажется, это... А, гамма есть. Тут ты, бляха-муха, вот где она. Пипец. Охренеть лучше стало. Подожди, вы применили, нет? Громкость графика изменить. Все, да? Не особо на самом деле оно лучше стало. Ты что, какую-то такую дырочку не поместишь? А, вот здесь ты хочешь прям? Нихера себе. Ты... Тебе в роду вьетконговцев не было? Фу ты, бляха-муха. Бляха-муха. В книге «Жизнь убитого искупителя». Мне бы... Магазин с батарейками, какой-нибудь кривым ножом, легион сковал цепями каждого человека. Ясно, тут ничего нету. Если бы у каждого было ухо, у того бы вел неволе. Чисто ложный расистский страх, завероняет семена, чего-то там, сомнения, наверное. Скрещенное лезвие искупителя. Ей! Как вовремя батарейка, да? Жуть. Жуть, что я не могу понять, где он. Он в этой, что ли, штуке? Терпение вера святых. Я бы еще бы где-нибудь хотел найти батарейку. Уголечки. Почему-то я думаю, что он не хочет со мной иметь дружеских дел. Так, это было совсем не круто.
И куда я должен был вообще бежать, кроме как сюда? Мне кажется, я должен в дом забежать. Типа, я не знаю, батарейки, мне кажется, должны были быть. Ну, конечно. А нахера мне сюда тогда надо было бы? Это замануха. Блин, и ветерок так обдувает, и такое ощущение присутствия, знаете. Что это? Замочек? Кто б сомневался? Никого, надеюсь, больше не будет здесь? Такое ощущение, что здесь можно пролезть, но похоже, что нельзя. Ничего, мне тут ведро мешается? Офигенно. Не-не-не-не-не, свет не надо. Я здесь никого ничего не увижу тогда. Бляха-муха. Или у меня есть еще батарейки? У вас нет. Давай, вытяни хоть что-нибудь. Офигенно. Полчаса только. Может, тут ключ какой-то есть? Батарейка каким-то чудом появилась. А по-моему, ее не было. Блокируется. Бинт. Тоже неплохо. Ясно. Я, пожалуй, заблокирую и буду через окно лазить. Да, пропал мужик. Не хочет. Я, конечно, рад, что он пропал, но меня это пугает, если враги резко исчезают куда-то. Тут какой-нибудь нож, не знаю. Я ни хера не пойму, куда мне надо идти. У врага я не могу забрать его, этот финтифлюшку. А назад я не хочу идти, потому что он там где-то ходит. А, ты бляха-муха. Вот идет подкопы, блин. Мне вообще не круто. Сделаны. На самом деле. Вы можете перегадаться некоторые предметы. На, типа ту коробку.
кто-то нам кого-то ненавидит. Не, я прыгнул вообще-то. Да твою мать. Видимо, это как-то так. Тихо-тихонько. Тихонько. Входит бешеный маньяк. Твою мать. А по сюжету? Новый сюжет. Чего я получу? Okay. А вот проход есть. Ой-ой-ой, свет. Да, похоже, они часто будут попадаться вот таким вот образом. Другое дело, что набрать их нормально вряд ли получится. Если постоянно так темно будет. Мне генератор, надеюсь, заводить не надо будет. Чтобы все меня услышали. Через стены записывает звук. Но прячься в крови, спрячься в крови. Такая страшная музыка, почему-то я думаю, что лучше мне бы спрятаться. Или нет. Не дрынькай так. Конечно, все заколочено, я не могу увидеть, что ж там. Тут и этот. А вон и кто-то сидит. Неизвестно, насколько он доброжелателен будет. Хотя я вообще не думаю, что туда будет доброжелателен к нам. Охрененный микрофон. Так, вот я думаю, мы здесь как-нибудь проползем. А я это и делал вообще-то. Дрынькающая музыка, блин.
Нету. Нету. Так, тут тоже нельзя. Открылась где-то дверь, я это слышал. Мужик, если что, то ли там. О, вот и ты. Блин, напрягает, я никого не вижу. Батарейки, блин, как наркоман батареечный. Давайте смотримся пока. Мне даже горит страшновато. Не то чтобы страшновато, знаете, вот напрягает как-то это все. Из-за этой темноты постоянно. Тихо. Ну, товарищ, где ты? Хотя тут довольно темно, наверное, может и не увидит. Если мы будем совсем на полуприседках каких-нибудь. Твою мать. Фу, блин. Твою мать. Что это? Куда вообще бежать, куда прятаться, хер поймешь. Вот я вернулся тому, где и начал. По сути-то, блин. Thank you.
Дал круголя, блин. Ничего и не смог. Понять, найти. Какие-то крики, стоны. Я надеюсь, тут батарейка опять каким-нибудь чудным образом появится. Все, можно в этот прятаться, отлично. Или мне нужно бежать далеко-далеко? Офигенно, теперь я вообще ничего не вижу. Ни врагов, ни друзей, блин. Могу типа спрятаться, но толку от этого. Но мне кажется, что там я куда-то туда все-таки. Тут просто какие-то психи, я не знаю, насколько их стоит бояться. Нет, я не могу в дом залезть аккуратненько. Нападет, интересно. Так, это просто псих, да? Так, ну ладно, я вроде бы. Быть сильнее, попогореть нам на каждой службе, что Господь помнит о наших грехах. О наших снах мы должны смотреть им в лицо, бла-бла. Короче, понятно. Фанатичная хрень какая-то опять очередная. Я не буду внизу читать, потому что мне сейчас не до этого. Кинота, блин, мой друг и мое проклятие. Шутку. Видимо, пока они тут с ума сходят, я могу. А тут ничего нету. Так. Напряжение такое, знаете, прям. Ну, по большей части из-за того, что вот
Нихера не видно. Вот, ну на этом, я думаю, мы закончим первую серию. Так что лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага и всем пока.